В период полного отсутствия светских тусовок публику развлекают безумные челленджи и прямые эфиры. На днях Ольга Бузова повеселила своих поклонников из ванны, наполненной лапшой быстрого приготовления. Фанаты Олечки креатив оценили. Но в ответ на это Настя Ивлева опубликовала свое фото из ванны с лапшой, сопроводив его комментарием. «В этом мире я королева. Не нравится? Живи в другом». Поклонники Бузовой тут же начали упрекать Ивлеву в том, что она копирует их любимицу. Но оказалось, что все в точности да наоборот. Эта фотография была сделана гораздо раньше. Да и дама на фото заметно крупнее. Так что это Бузова крадет идеи у ее креативной команды.